Всем здравствуйте! Хочу сегодня поделиться с вами, как можно быстро и легко почистить кальмар. Мы приобрели в магазине кальмар, разморозили его полностью и сейчас будем его чистить. Для этого нам потребуется чайник с крутым кипятком. Вот он только что у меня закипел. Кальмар поливаем из чайника. Вот с него прям кожа слазит. Уже почти почистился сам. Перемешиваем вот так вот. Нам остается его только сейчас помыть. Вытащить из него внутренности. Все, вот он почищен. Остается его только прополоскать, и кальмар готов к применению. Сейчас я дочищу кальмар и покажу, как я его заготавливаю впрок. Все, кальмар почистили. Хочу поделиться с вами маленькой хитростью. Если вы не будете кальмар использовать сейчас прям, то его можно заморозить в морозилке вот таким образом. Берете пакетик, укладывайте в него тушку кальмара. Пакет перегибаете. Следующую тушку ложите вот в эту половинку пакета. И упаковывайте так дальше. Таким образом у вас кальмар не слипнется. И вам нужно будет только взять такое количество, которое вам необходимо для приготовления. Надеюсь, вам понравится такой способ хранения и такая обработка кальмара. И пока-пока!